Конфликтного тигра отловят. Начиная с января хищник регулярно наведывается в поселке Нанайского района. Его жертвами стали 6 собак. Запрос на отлов хищника в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования направили ранее хабаровские охотоведы. На новогодних каникулах тигр стал частым гостем в селе Иннокентьевка Нанайского района. Задрал собаку, которая была во дворе на привязи. Через 2 недели хищника и, как подозревают специалисты, того же самого, увидели в селе Славянка, а потом в Нижней Манаме. И везде тигр нападал на собак. Местные охотники пытались отогнать зверя в лес, но ничего не вышло. Жителям рекомендовали не выходить без нужды из дома, особенно по вечерам. В район выехала бригада по работе с конфликтными животными. Вчера он приходил даже днем, в обед приходил, а сегодня что-то его нет. Ребята работают с Хабаровска. Я вот сегодня утром звонил, он говорит, сидели в засадах туда-сюда, но не пришел сегодня. Как рассказал глава, сегодня специалисты получили разрешение на отлов. По закону такое решение может принять только Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В районе уже расставлены ловушки. После того, как зверя поймают, его смотрят ветеринары, чтобы выяснить, по какой причине он стал искать еду в селах. Если тигр окажется здоровым, его выпустят подальше от населенных пунктов. В случае, если обнаружится заболевание, конфликтному животному придется какое-то время провести в реабилитационном центре в Кутузовке. Александра Теплякова, телеканал «Губерния».